тебя. Так, вот какой-то типа выгрузать людишек. Десантный поход. Ну да. Зайдем, сделаем обзорчик. Посмотрим. Правильно, неправильно делишь. Ой, извиняюсь. Как надо сделать? Вот тут душно только, да? Федор Control Box. Вот пинь. Не залазить. О, там типа управление. Ну-ка смотрим. Чуток видно. Крутяк. А вот для чувака, чтобы наверх залазить. Ну, пулемет, наверное. Какой-то там был. О, еще нижний там был пульс. А там что-то было? Нет. Ну ладно, пойдем отсюда. Пусковая часть. Ганджи, думал, ты им-то. Ладно, выходим. Круто. Крутой. Что тут еще есть? О, смотри, это же как? Авианосец, да, получается? Нет, не, это не этот. Как? Нет, на него точно самолет не сяду. Вам здоровый. Ну, давай. Маленький самолет, что ли? Вот смотри, вот такая, да? Ну, он, походу, такой. Такой. Блин, жесткая. Не раздави. Машину. Он чуть побольше. Что, у него пропеллера нет? Сняли, видимо. F86. О, нифига он какой. Обтекаемый. Что-то как-то слишком. Такой прям вообще. Прям. Жесткий. Он, у него сколько скорости, сколько у него? 2863 километра. Это что, в час? Flying French, а нет, это не, дистанция, нет, на которой он сможет пролететь, да, на, да, на бензине. А так он. Мизу, а МГ-2. А так френч с километра, да, такой. Нет, там больше, ты чё? О, ну так раньше, 1000 километров. А, 1000 километров? Ну, или 1 километр? Не, 1 километр, я не 56. Ой, вертолетик. Тоже такой неплохой. Центровая вышка, да, типа. И что там дальше? Дальше больше не ничего. Дальше вот больше там нет. Этот корабль. Якорь кинутый. Что это, на ките? Мальчик с девочкой. Ну, ладно. Вот здесь бы фотку нормально можно запечатлеть. Давай здесь фотаемся. Канает.